Мы приехали на заплыв Xterra. В общем, очень много участников. Скоро все начнется. И сегодня чуть-чуть ветрено. Но вообще для 4 ноября очень крутая погода. Разминаются перед стартом. Xterra заплыв считается одним из самых популярных в Греции, свыше 1000 участников. И здесь он вообще считается зимним заплывом, потому что ноябрь уже зима для Греции, тут холодно, типа. Вот, типа холодно. Покажите, что у вас получилось. Под водой? Да. Нормально. Помашите мне чуть-чуть. Είναι προαιρετική επιλογή. Братва, ну как вы готовы? Сердечко стучит. Ты вчера так фоткалась. Сам был готов, самое главное. Тут совсем рядом. Совсем рядом, согласен. Что там у тебя интересного? Я хочу... Еще одну шапочку найти? Нет, наклейку хочу найти. Ты же выкидываешься эту бумагу. Да, и вот это я пытаюсь выкинуть, потому что даже трусы не могу найти свои. Столько ты пустишь, что это в мой блог попадет? А? Это мой блог попадет. Что? Я стану звездой! Я должен был плыть с желтыми... А ты в курсе, что у тебя тройка наоборот? Это нормально. Ир, покажи банк. О, бицуха нормальная. А скотч есть у кого? Я знаю, перчатки есть и доктор Вазелин здесь. Надь, что ты делаешь? Вазелин, перчатки и промазываешь. Что ты скажешь себе, финиширующей? Ты молодец! Ты молодец, окей, окей. Оль! Умница, красавица! Саш! Вся крутая! Прям так? Ну, может быть, получше. Ну, смотри, мы сравним. Если доживу. Если ты не сделаешь так, еще один круг сотрю. Блин, точно сделаю, да. Все, давай, давай. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me. Мы запустили наших ребят на 1 километр и на 2,5 и на 3. В общем, минут через 20 их уже будем ловить. Посмотрите, какое крутое море. Какая крутая вода. 22 градуса. Очень классно. Очень тепло, вообще огонь. В общем, запустил ребят заплыв. У меня есть минут 20 свободного времени. На самом деле я сижу кипишую, потому что многие плывут первый раз. Но я думаю, что мы их нормально качнули и поработали в бассейне на открытой воде. И я очень надеюсь, что у них прям получится.
Также повезло нашей Лизе Горшковой, мы достали ей слот. Она тоже сейчас стряхнет греческие воды, потому что здесь очень классно плыть, здесь очень красивое дно, прозрачное дно, оно не глубокое, около, наверное, 2 метров, там, может быть, 3 глубина, красивый песок, в общем, очень классно. Поэтому я надеюсь, что Лиза хорошо стрельнет и получит большое удовольствие. А суммарно наших ребят стартует 18 сегодня человек. Я считаю, что они все в хорошей форме, готовы, и мы посмотрим их финишные протоколы. Потому что после сегодняшнего дня заплыва у нас еще 3 дня хороших тренировок. Это резина, открытая вода, это будут тренировки в бассейне. В общем, еще мы будем качать, качать и наслаждаться этим солнцем в ноябре. Вот такой вазелин, самый обычный, который стоит 25 рублей. Спасает вас во время заплыва от того, чтобы вы не натерлись ни плечи, ни руки, ни швом где-то натерли. Вот. Либо вазелин самый обычный, либо пластырь, который наклеивается широкий и вам помогает. Поэтому это маленький лайфхак. Греки очень дружелюбные, они подходили, фотографировались с нашей русской командой, они говорили привет, специально нас снимали, приветствовали, и им очень приятно, потому что мы сюда приезжаем уже третий год подряд мы участвуем в этом заплыве. На следующий год мы обязательно приедем и еще командой больше. Прям будет вообще большая-большая команда, и мы тут классно, круто поплаваем. Давай, Марина, давай! Посмотрите, а? Давай финишируем! Thanks for joining us! Thanks, Russia! Thanks, Siberia! Thanks for joining us! Давай, Оля! Давай! Я принцесса! Варки, давай! Наши девчата километр проплыли! Аня, красава! Ты кушаешь второй кружок! Давай, 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 давай! Там в конце стаканчик с водой! Аня, финиш, финиш, финиш! Нет, давай, 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 молодец, молодец, молодец. Нина, давай, 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 финиш. Давай за медалью. Давай, давай, давай. Лучший, Глеб. Просто лучше. Ты сделал. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо, Лена. Красава. Ты спасибо лучше, тебе. Лучше. Спасибо тебе. Давай, давай, финиш, я жду. Давай, побежал, побежал, побежал. Собственно, закончился день стартов. Наши ребята очень круто отплыли, особенно Лиза Горшкова. Она вообще космически круто, да, Лиз, ты проплыла? Да. Расскажи, как твои ощущения? Я посвящала море без волн, но, к сожалению, не сдержала свое обещание. Было клёбочно, я бы сказала. А призы тебе обещал? Попозже. Не знаю. Ну ладно, сейчас узнаем. Сейчас узнаем. В общем, мы ждем награждения. Наши ребята попали в призы. И сейчас мы ждем, чтобы их наградили. Вот, посмотрим. Лиза, браво, Лиза! Честное второе место. Самое честное. Есть еще один приз. Сейчас я скажу кому. Гарик, иди сюда, как самый честный болельщик. Я забрал для тебя медаль. Да, чтобы ты там в Ереване показал, как ты Грецию брал там.